Суббота, 25 января. К обеду температура поднялась до 3 градусов, но внезапно с востока приблизилась темная серая туча и начался прям ураган какой-то, прям шквал ветра. Соседнего дома и не видно. А на подоконнике вот такой натюрморт осенний, а за окном видимость 100 метров, наверное. Не знаю, на чем сфокусировать изображение, чтобы было видно. Но это, скорее всего, снег все-таки, не дождь. Ну, просветлело, немножко подальше стало видно. Так, вот, похоже, и все, заряд прошел. Ну все, заряд ушел к Москве, так что скоро встречайте.